Коронная фраза мамы с бабушкой была, типа, хочешь помочь? Я такая, да, не мешай. В общем, как и в принципе у всех. Но по чуть-чуть пробовала, экспериментировала. Также в школе, наверное, в средних классах, там, шестой, седьмой, когда уже были уроки технологии, когда мы проходили кулинарию, за что очень благодарна, наверное, учителям этим. Мы приносили продукты, я помню, в школе, в столовой, там, с поваром вместе что-то пытались практиковать, делать. Потом в старших классах включили нас во время дежурных недель, отправляли в столовую, тоже меняли периодически, и мы помогали там, как бы, как небольшая своего рода профориентационная работа тоже была. Вот. Ну и как бы привлекала, со временем поняла, что хочу, мне это нравится, мне это близко. И вот после школы пришла, параллельно пошла учиться в институт заочно, и очно пришла учиться сюда. У него сохранилась форма, вот раз, два. Нет, наверное, вначале я была максимально пой девочкой, еще и староста, но потом, наверное, под конец года бывали случаи, когда могли всей группой вместе дружно убежать. Ну, как бы, я думаю, как у всех. Берем. Поняла? Вот таким образом отсаживаешь. А так максимально активный образ жизни был, особенно в студенческий период. Это были всевозможные конкурсы, чемпионаты, у нас были кружки. То есть если у нас были пары с утра там, до двух, образно говоря, то где-то с половины третьего у нас были отдельно свои курсы, где мы учились росписи шоколада, капельной росписи шоколада по стеклу, также были поварские для повышения квалификации. К нам приезжали сюда мастер-классы, давали, куда нас отправляли, давали возможность посмотреть, принять участие в качестве помощников. А также еще, наверное, очень сильно вовлекло само движение под названием WorldSkills, на сегодняшний день его уже нет, как бы, именно в России, оно идет под другим названием, похожее движение, профессионалы. Вот. Но на тот период мы максимально активно готовились. Поварское направление было, кондитерское направление было, также была выпечка остинских пирогов. И пробовали себя максимально во всех направлениях. Внутри техникума устраивали конкурсы, где мы сначала все вместе пытались во время подготовки отрабатывать разные рецепты и уже на конкурсе, как бы, естественно, соревновались. Но самое, наверное, важное, что как бы был этот спортивный дух, но при этом мы понимали, что это наши друзья, и мы не пытались друг другу пакостить, а было максимально открытое, как бы, соревнование, честное. Вот так аккуратно, просто накрыла-придавила. Шевелитесь, давайте. Мы приготовили сегодня съедобный стенд, который с нашим логотипом, а также приготовили хлебобулочные изделия, которые будем после мероприятия раздавать на дегустацию гостям. Здесь более 15 видов изделий. Помимо того, что охвачена российская кухня, мы охватили осетинский, Осетию, это пироги, также это семиты, турецкая кухня, это круассаны французские, это бриош, это плетеные изделия, багеты, батоны, разные многозерновые хлеба с длительным брожением, а также с коротким брожением, то есть то, что можно было приготовить за один день, и то, что заняло около двух дней приготовления опары с длительным брожением, затем замес теста. Вот. Ну, в общем, постарались максимально. Колледж принимает, в принципе, максимально активное участие во всех подобного рода мероприятиях. Это своего рода профориентационная работа и для будущих абитуриентов. То есть школьники, которые сегодня проходят мимо после школы, либо просто проходят рядом, они понимают, что их сегодня, кстати, к нам уже сегодня подходили и говорили о том, что хотят поступить, интересовались по поводу курсов, которые у нас есть, по поводу направлений, которые есть, специальности. В общем, кто-то уже проявил инициативу о том, что сказал нам, что придет к нам поступать.
Вот это все я приготовила не самостоятельно, а совместно с победителем регионального чемпионата Битиевой Сабиной. И сейчас мы будем в ближайшее время заниматься подготовкой к отборочным соревнованиям и ехать в город Екатеринбург по данной компетенции хлебопечения. Здесь в целом как бы особо сложного ничего не было. Самое главное, что это студенты, на которых можно положиться, которым можно доверить работу. Слава богу, такие есть. Вот, и таких много детей. И что, самое главное, четко следовать рецептуре, технологии приготовления, и тогда по итогу будет хороший результат. Начала работать не преподавателем, а была именно куратором, мастером производственного обучения. Отвечала за, ну, как бы курировала группу, отвечала за практику производственную. И в процессе этого всего, когда были различные конкурсы, и когда я первый раз попробовала себя именно в качестве наставника, у меня на тот момент студентка была на первом курсе, и это был, по-моему, ноябрь месяц. Первый конкурс, как раз кондитерское направление, куда я занималась непосредственно подготовкой. Занимались подготовкой, подготавливали, очень долго тренировались, потому что приз был, я помню, поездка в Москву на обучение в школу Елены Сучковой, там школа карамели и шоколада. Мы готовились, ноябрь месяц, готовились буквально там полмесяца, и получается какая картина, что она уходит от студентки, которая училась на третьем курсе, на тот момент выпускной, буквально в несколько баллов на второе место. Я, если честно, ну, я расстроилась. До того момента, пока их, ну, как бы их уже награждают, я слышу, что у нее второе место, мне как-то немного расстроилась. До того момента, до той секунды, пока она ко мне не подбежала с такими радостными глазами обниматься, типа «Ура! Спасибо!» Ну, то есть я ничего не умела, и вот сейчас у меня получилось, мы выиграли второе место, это так круто, типа, в том плане, что студентка третьего курса выпускной курс, и я, которая только пришла, и у меня получилось всего лишь там с разницей в несколько баллов уйти. И вот в этот момент я поняла, что это настолько приятно, даже каким бы утомительным отчасти не был процесс подготовки, ну, именно испытывать вот эту вот радость за конкурсанта, студента, когда он понимает, что у него получилось. Положила, придавила, положила сильно. Дайте нож с тонким лезвием, ребят. Это мыть. А ну-на-на-на-на-на, это мыть. Дай мне тарелки для подачи, штук 5. Самое важное, я думаю, 90% усвояемости вообще всего процесса, всей информации, это то, как тебе преподносят информацию. Располагают, не располагают, подача. И точно так же здесь. То есть мы практиковали со студентами. Вы сегодня у меня спрашивали, когда вы даете домашнее задание дома что-то приготовить, всегда ли они готовят, либо нет. Ну, 90% из 100 они готовят, потому что это их самих как бы вовлекает. Почему стараюсь давать не что-то банальное, а что-то интересное. Вот на сегодняшний день набирают обороты такой десерт, как Cake to Go. Это десерт в стаканчике. И мы решили с ними попробовать оформить, ну, грубо говоря, это трайфл, как его называли раньше, просто поменьше был стаканчик. Они дома отпекли заготовки, сделали бисквиты, ну, то есть это было полностью на свой выбор. Каждый выпекал полуфабрикат сам, как он считал нужным. Также они готовили крема, начинки, все дало на свой выбор сделать. Покупали упаковку, все, и уже у нас там было две пары, по-моему, друг за другом шло. Они должны были разработать дизайн своего стаканчика, оформление, тематику. Ну, в общем, очень интересно, и самое главное, что оценивается это не с точки зрения преподавателя, а оценивается именно с точки зрения потребителя, потому что отсюда они выходят профессионалами, специалистами, и нужно, чтобы они были востребованы на рынке. И то есть каждый день что-то новое приходит, каждый год что-то новое, поэтому мы стараемся параллельно что-то вносить новое. Впитывайте информацию, он не снимает звук. Начинаем парик.
Засеките ровно 10 минут. Через 10 минут включаем. День проходит отчасти, наверное, как и у всех, это пары. В основном у нас процесс обучения делится как на теоретические занятия. После того, как мы проходим теорию, мы переходим с ними в лабораторию учебную и проходим практические занятия, то есть закрепляем пройденный материал. Теоретические, то есть пары проходят всегда по-разному, то есть это бывает лекционного формата, а также это бывает с интерактивом вместе с презентациями, с какими-то играми, видеороликами. То есть что-то мы пробуем, опять-таки, на дом я даю какие-то варианты, мы, допустим, разбираем. Один из последних это был безглютеновый хлеб. Я им дала задание, рассказала как бы по этому направлению, что он из себя представляет, что можно использовать, что нельзя. И дала им возможность пофантазировать. То есть вы можете, как бы, как и вы в принципе в целом, то есть найти какой-то рецепт в интернете, даже не будучи специалистом, посмотреть какой-то рецепт и, обладая какой-то базой, допустим, понимая, что вот эта мука относится к безглютеновой, это не относится. То есть, исходя из пропорций, вы можете уже поэкспериментировать, попробовать сделать свое какое-то изделие. То есть это может быть хлеб, это может быть кондитерское изделие. Ну и вот эта группа, кстати, вот предыдущий модуль, когда сдавали, они в день экзамена приносили с собой выпеченные изделия, и это было, ну, они меня приятно удивили, потому что первый раз, когда они принесли, скажу честно, пробовать можно было, наверное, 30%, я рискнула. Но как бы визуально сказала, где у кого какие плюсы и минусы, и буквально через несколько дней, когда был экзамен, они меня приятно удивили, потому что принесли, и это было достойно того, чтобы это, ну, эти изделия можно было спокойно выставить на витрину в магазин. То есть потребитель был бы, я думаю, доволен результатом. Давай померь, сколько там? 30 градусов. Все хорошо остыло, теперь давай. Я тебе добавляю. Самое большое заблуждение. Ну, то, что ты пришел и сделал там буквально за пару часов какой-то шедевр. Нет. Буквально вчера я читала рецепты новые, современные, которые актуальны для десертов. И понимала, что для приготовления одного десерта в маленькой баночке мне понадобится почти 16 часов, потому что необходимо приготовить разнокомпонентное все. Абсолютно все свое сырье. Второе – это дозирование. Дозирование – это взвешивание. Вы работаете согласно своему документу. В вашем случае документом будет являться технологическая карта. Я только работаю в выпускной части, ну, с выпускными группами, с выпускными студентами, ну, в плане дисциплины именно предмета, то, наверное, 0,8, а 0,2 это будет по-любому их интерес. То есть вот эти все какие-то моменты цветовые вы должны понимать. Дальше, если у нас есть какой-то карамельный оттенок в... Мы достаточно быстро находим общий язык потом. Ну вот бывают какие-то конфликтные ситуации, когда, как правило, начинаешь работать именно с выпускными группами, либо это уже студенты после 11 класса, которые думают, что они уже взрослые, и все, и можно. Но как бы, когда возникают какие-то конфликтные ситуации, мы с ними разговариваем и приходим к тому, что не я у них дома, не они у меня дома. Они пришли сюда учиться, я их учитель, и, ну как бы, мы преследуем одну цель. Этот заварное тесто. И в процессе сейчас подниматься должно это вместе. Наверное, одно из первых – это должен быть, наверное, профессионализм преподавателя, который будет заинтересовывать студента, а также располагал, чтобы сам. Ну, естественно, не без этого. Интересная подача материала. То есть не просто зубрежка, а именно интересная подача, когда они практически пробуют, потому что, как правило, это люди не теоретики, это бывают люди практики, и зачастую, когда они на занятиях могут не выдать весь материал правильно, то, выходя в лабораторию и готовя изделия, они выдают практически 100% результат. То есть бывает очень часто, что троечник на паре и отличник в лаборатории. Спиртом поликарбонатную форму для приготовления корпусных конфет. Также у нас Сабина сейчас готовит какао-масло, растопленное с шоколадом в пропорции 1:1. Естественно, все идет изначально из семьи, но педагог определенно должен. Почему? Потому что везде свои правила, свои понятия, свои нормы. И каждый должен ставить свои, ну, изначально свои правила. То есть здесь мы можем делать то-то, там мы можем делать так-то.
Но если в шуточной форме пальцы в розетки не сувать, слушаться, горячие ножи не трогать, вилки не трогать. Вот можешь смешать? Нормально. Я ездила в Краснодар на мастер-класс от немецкой компании по хлебу. И там было просто колоссальный ассортимент изделий. Он был именно практический и теоретический. Было очень много информации полезной, интересной. То есть, опять-таки, мы приезжаем, мы можем уже комбинировать их способы, свои способы, объединять и делать хорошие результаты.